Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравый люд. С вами вновь Феррорист, и я рад присутствовать вместе с вами в моем гараже игры Need for Speed. Итак, уважаемые друзья, готов вам представить осмысленный обзор данной игры. Ну давайте, пока вы внимательно смотрите те автомобили, какие есть у меня уже в наличии, хочу вам сказать, игра рассчитана на массовых пользователей. Если у вас нету PlayStation Plus, ну и если вы играете на Xbox One, скажем, оплаченного такого контента, который вас пропускает в семью Need for Speed, где есть настоящие живые гонщики, а не боты, то тогда игра начинает скучнеть и скучнеть. Да, уважаемые друзья, как это не печально. Та линия, которая идет для одного пользователя, да, скажем, кинематографическая линия, она сделана, так скажем, скучновато. Вот, да, там есть интересные какие-то перки, там свои переходники, что с вами там ведут дискуссию лучшие гонщики из уличных гонок. Но это мы с вами все уже проходили. А хочется показать своих боевых коней уже всему миру. И что можно, как говорится, сделать на этом коне, на своем железном, в открытом онлайн мире. Вот это, уважаемые друзья, самое интересное. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что можно добиться в этой игре, проиграв в нее 2-3 дня. Вот, смотрите, уважаемые друзья. Вот этот автомобиль – это вершина того, что можно добиться в этой игре. Так скажем, самая дорогая машина F40 Ferrari в данной игрушке. Я не говорю, что это самый лучший автомобиль в данной игре. Я говорю, что это самая дорогая автомашина. И на нее можно набить за 5, даже чуть-чуть поменьше, можно за 4 часа, играя в данную игрушку. А судить вам, уважаемые друзья, насколько, да, она короткая. Так что сюжетную линию в этой игре можно пройти за сутки. Ну, если вы не будете ни кушать, ни в туалет ходить. Сядете и будете ходить так сутки. Игра, на мой взгляд, без вот таких вот апгрейдов, она короткая. Кончилось уже то время, когда мы играли в одиночестве с ботами. Так что игра рассчитана на пользователей. Те, которые думают как человек. Ну а давайте технические вопросы я вам здесь уже покажу. Так скажем, я уже в нее поиграл достаточно. И немножко, честно скажу, она мне наскучила. Что можно здесь сделать с автомобилем? Первое. Давайте войдем вот в, скажем так, перекраску автомобиля. Здесь можно его перекрасить и обтянуть наклейками. Опять же, наклейки у нас не добавляются. Вот у меня уже, уважаемые друзья, если вы вниз посмотрите в левый угол, 45 уровень. Это довольно-таки для этой игры очень большой уровень. И видите, за любые деньги, которые у меня есть, я не могу наклеить серьезные наклейки, которые, ну, будут даваться по ходу прохождения этой игры. Да, открываться, так скажем, как открываются какие-то апгрейды внутренние, технические. Много вот этих наклеек из старых игр, из старой этой серии. Это уже для любителей. И самое главное, что ничего не добавляется пока. Вот нам дали разработчики вот такой коротенький набор. Что хотите, с ним то и делайте. И еще что.
наклейки, нельзя их, скажем так, тюнить по своему усмотрению. Есть наклейки в большинстве случаев, которые уже имеют определенный цвет, и нельзя их менять. Цвет в некоторых наклейках и размер в этой игре менять можно. Но это будут в основном черно-белые наклейки и надписи. Вот здесь, в принципе, у нас и все. Можно еще в последнем слоте написать какие-нибудь, хорошие, конечно, слова на автомобиле, ваши ники и так далее, и так далее. Но опять же, это все, уважаемые друзья, безразлично тем ботам, которые ездят в этой игре. Если вы не в онлайне, ни хрена никто ничего этого не увидит. И поэтому можно здесь ездить на обыкновенном корыте, проходить эту сюжетную линию и даже не париться, какого цвета и какая буква на вашем автомобиле. Вот, уважаемые друзья, если вы купите, да, опять какая-то у нас реклама пошла для Sony, обратите внимание, Sony, на это дело. Вот, если вы купите PlayStation Plus, вот тогда вам будет счастье. Тогда вы во всей красе можете показать все свои автомобили и те культурные надписи, которые вы напишете на данных авто. Вот пример того, что можно добиться за несколько дней в игре. Все, и наскучило. Вот они, все тачки стоят самые крутые практически в этой игре. Дальше-то что? Ну, апгрейдил я их. Давайте вот покажу там, да, например, на той же самой Феррари. Поставил я на Феррари самые мощные запчасти практически. Хотите, сейчас вот покажу, сколько уже 916 лошадиных сил. Она просто уезжает, корпус машины уезжает, а вы остаетесь на кресле вместе с рулем. Машины нет, во, чек и все, пум. 916 лошадиных сил, пожалуйста. Максимальная скорость 363 км в час. Ну и что дальше? Дальше что? Я делаю вот этих вот пацанчиков, которые там это, деньги зарабатывают в гонке, которая стоит 8000, ее протяженность на этой машине с этой скоростью в 360 км в час будет составлять 2 минуты. За 2 минуты я сделаю 8000 вот этих вот тугриков зеленых, которые здесь есть. Ну а по работам в этой игре чуть побольше, вы понимаете, за 2 минуты, да, 2 умножьте, например, на 100 раз я проеду. Вот и получите вот столько автомобилей, и даже больше, чем у меня есть, со всеми апгрейдами и так далее, да. Вот, уважаемые друзья, чему посвящен этот выпуск. Тому, что в этой игре неинтересно играть в, так скажем, не клубовом чемпионате. Тот чемпионат, который показывает мастерство тех людей, которые подключились к вам, ну или создайте клуб тот же самый. Все, неинтересно становится. Все, я добился в течение, там, ну, вам поиграть может там с перерывами день-два. Большой там напряга не составит. В течение 2 суток вы получите все, что вы имели. Вот такие дела. Да, некоторые подписчики меня просили показать, какие автомобили есть вообще в игре. Я вам сейчас продемонстрирую сначала самого. Вы смотрите внимательно. Вот такие цены, вот такие автомобили. Сейчас без, скажем, обновлений. Я вам говорю, это идет у нас в 3-й день игры. Вот. Здесь никаких обновлений нет, ничего там не ставилось, никаких модов, никаких ботов и так далее. Все, что вот вы видите, это 3-й день игры. Вот видите, какие есть автомобили. Скажу, их немного. Чуть побыстрее убыстрить, чтобы вам побыстрее посмотреть, потому что их здесь немного автомобилей. Вот, уже пошли те машины, которые можно уже, так скажем, внимание заострять, да. И еще и хочу сказать один момент. Уважаемые друзья, вы накупите вот таких серьезных автомобилей. Эти разработчики уже, они это все дело просчитали. И стали делать задания те, которые говорят: о, вот так это, за такую эту тачку, с такими там лошадиными силами, каждый типа вафел может проехать эту трассу.
А ты попробуй проехай машину, возьми с 250 там лошадиных сил. Вот так. Короче, вам как делают? Машин нету, обанкротились они, не могут ничего добавить, пока в эту игрушку им надо, так скажем, деньги отбить. Они берут и вам сокращают лошадиные силы и говорят, вот на такой тачке, вот ту же самую трассу за такое определенное время ты попробуй, скажем, проедь. Что типа каждый дурак может проехать на такой вот сильной машине, а мы будем делать вот так, да? Вот теперь тебе задание за 250 лошадиных сил и проедешь ту же самую трассу, только мы... Вот, со скоростью меньше, да, вот. А там какой-то хрен бородатый, блин, чемпион там вот этой всей херни, он говорит, что я там тоже проехал, и вот поехал. Вот это сюжет. Вот такой сюжет в этой игре. Так что, уважаемые друзья, я хочу сделать так. Я сделаю такую нарезку вот этого сюжетных линий, которые там идут у нас, да, вот, киношек, как скажем, и выпустить такой небольшой фильм. Если вам это нравится, пишите в комментариях, нужен ли этот фильм, чтобы вы посмотрели всю нарезку вот этой вот кинематографической вот этой байды, которая есть в этой игре. Если это нужно, давайте в комментариях пишите, я сделаю монтаж, все это склею и посмотрим именно на кино, которое есть. Так что, ну что, все, с вами был Феррорист, самое главное, здоровье вам, вашим семьям. Смотрите меня на моем канале, и будет вам счастье. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Удачи всем и пока.